Почему наряду с невероятными достижениями в области науки, техники, медицины и других областях знаний человечество имеет чудовищные проблемы? Большинство людей хочет жить в большом, красивом мире, в обществе порядочных, элегантных людей. Однако своими поступками, вытекающими из устоявшегося порядка вещей, делают невозможным гармоничное сосуществование людей и природы. Диоген в свое время с зажженным фонарем ходил днем по Синопу, и когда у него с удивлением спрашивали, что вы делаете, он отвечал: «Ищу человека». Вот если мы не поймем, какого же человека искал Диоген, то мы очень плохо будем разбираться и в текущем моменте. В делах Земли, в делах человечества мы видим смесь разумного с глупым, доброго с жестоким. Зачем нищета, болезни, тюрьмы, злоба, войны, смерть, глупость, невежество? Человек поймет субъективную непрерывность и бесконечность жизни каждого кусочка материи. Поймет, что делая зло другим существам, он делает зло самому себе. Он сообразит, что его личное благо состоит в том, чтобы нигде во Вселенной не было никаких страданий и никакого безумия. Циолковский Константин Эдуардович. Как сделать багаж знаний уже сейчас достаточный для бесконфликтного сосуществования человека и планеты определяющей силой? Система – это связанные между собой и взаимодействующие компоненты, образующие единое целое и обладающие свойствами, отсутствующими у образующих систему компонентов.